кот, а не в пакет. Ой, пахнет мамина любимая. Чесноком. Мы нашли прекрасное место. Наконец-то мы выбрались на природу. Подписывайся на наш канал, ставь лайк этому выпуску, нажимай на колокольчик. Подписывайтесь на канал Чёткие Дети. Так, конкурент, уходи отсюда. А сейчас мы разложимся. Здесь сделаем наш домик. Выложим наш передвижной дом, палаточку. Вот наш второй дом. Поднимусь на дроне, покажу, как здесь красиво. В общем, сегодня будет классный день. Жарим шашлыки, наслаждаемся. Пап. Эй, Родик, иди сюда. Родя-пу. Родион нашел себе диван. Блин, так странно, смотрите, вот столько папик, мусора вообще. Здесь уже есть матрас. Место классное, мусора много. Ребята, мы здесь с папой будем собирать палатку. Я решил не всю палатку полностью собирать, чисто так немножко натянули, дождя нету. О, детям прям дом. Да, Тёма? Да. Не надо ничего отстёгивать, все, я вам сделал. Закрывать ее не нужно. Ну, сидите, отдыхайте, там вам хорошо. Пойдем, мангал что надо ставить. Да, и пюрешки. А я снимаю тебя? Ну вот, смотри, место есть. Что, нельзя вот тут прям поставить? Мне кажется, вполне нормально. Вот знаете, ребят, привет. Вот знаете, я, конечно, все понимаю. У нас так в Подмосковье, в Московской области очень мало мест хороших, да, где можно отдохнуть, приехать с семьей, там, с друзьями. Но, блин, ну почему люди такие свиньи? Вот почему нельзя взять вот просто такое место потрясающее. Посмотрите, какая река красивая. Как все здесь тихо, хорошо, вообще замечательно. Но вот это вот, просто жесть. Но по-другому, сейчас покажу самый кайф. Просто, неужели нельзя взять с собой пакет, пожрать, там, я не знаю, сделать все свои дела, побухать и все за собой собрать и не увезти куда-то на помойку специально. Почему, блядь, надо вот прям вот тут оставлять? Просто, ну почему вот в кучке? Вот просто, ну зачем быть такими свиньями? Ну почему элементарно нельзя за собой убрать? Мама, можно сниму кофту? Можно. Самим не противно так отдыхать. Людям-то? Да, если бы я знала, что здесь так не взяли с собой ни пакеты, ни перчатки. Обычно мы всегда, когда куда-то приезжаем, мы за людьми убираем. Ну потому что мне вот честно жалко своих детей, что они будут вот рядом с таким мусором отдыхать. Буду оперировать. Чё, мальчишки, как у вас настроение? Нормально. Шашлык будете? Очень хочу. Очень хочешь? То есть мы приехали сразу. Я еще подсыпать хочу. Сразу и есть. Тихо, ветра нет, так хорошо. Только мусор не хорошо. И он мне будет сегодня сниться. Не трогайте ничего. Ничего не надо. Ай. Ай, да я уберу веревочку. Оп, все. Я дейка фасгалю полей. И уже, пап, почему он так сразу замевается? Уже лучше погреем. Горячий. Папа, чем такие дырки нужны? Какие? Какие? А это чтоб вот он лучше это. У нас поляна еще есть, газ остался, и мы покупали вот такую плитку, это наша вообще палочка-выручалочка. Мы на ней очень много раз грели водичку, сейчас будем делать чай. Это прям... Стоит это... Любишь чай, да? Я тоже хочу чай. Стоит рублей 900, но это такая красота. Очень важная вещь, когда особенно путешествуешь на машине.
мягкие лапки. Пум-пум. Кстати, если хотите, я сделаю специальный выпуск, что мы с собой берем для именно, чтобы путешествовать на машине. Все-все расскажу, покажу, что нужно, на мой взгляд, а что не нужно. Поэтому пишите в комментариях, если вам такой выпуск хотелось бы. Класс! Настроение настолько огненное, что мы наконец-то выбрались. Сейчас вон досточкой, чтобы все... Не-не-не, Тём, нам чтобы уголь переворачивать. Сейчас все прогорит. Класс! Как уголь переворачивать? Чем уголь переворачивать? Молодая, смотри, как картошка. Молодая. А эту картошку мы полюбили с Анапы, да? Угу. Вот на шпажечках, мы-то у нас тоже шпажки сейчас насадим и прям будем... Эх, красота! Тём, только не в мусоры, пожалуйста. Вот, папа. Ну что, давайте я покажу. Я поп... О, здесь еще можно открыть, да? Нет, не... Пойдем, ну что, полетели, покажу вам, как наверху. Папа, я тебя люблю. Ты самый лучший день в моей жизни. Пап, а я тут... Не знаю, может быть, сейчас все загорится, может быть, у нас не получится, но посмотрим. Ну, вроде, о, не, Настюха, вон, запекаться начала прям. Да? Класс, все, отлично. Отходите от этого. Мясо на вторую половину можешь поставить? Мясо на вторую половину? Да, мясо сейчас на вторую поставим. Мы уже начали жарить шашлык. Ты не болтай, не сильно. Держи, во, правильно, вот так держи ровненько. Начали жарить шашлык с картошкой, папа вставляет шашлык. Ага. А вот где он, то в палатке сидит, то... Так. Ходничает. Да. Блин, скажи привет. 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 А давай я можно... Не дергайте камеру, она же так не будет иначе. Папа. Чего? Так, а мама стоит греется. А я пойду им. Ходик по очереди. А что они прям к нам рядом? Да. Ну все, выпуск точно заслуживает лайка. Если у вас побежала слюна, то тоже едьте на природу и отдыхайте. We'll be right back.
шашлычок подоспел. Да, мальчишки? Чай готов. Очень удобная штука. Так, что-то там у нас горит огня вода. Поляну. Тёмочка, поджаренный хлеб, картошка, шашлычок, овощи. Здесь корзина с фруктами. Это Настенька из сказки. Это Настень чай. Это Радюшка. А чё бы я не снял? Я тебя снял, пойдём. Ребята, сейчас так классно полетал за чайками. Смотрите. Все поели, наелись, чай попили, и теперь дело за костром. Вон ребятишки развлекаются, грязные все. Боже. Да, пацаны? Радюша? Тё! Ас! Это мой бластер! Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых выпусков!